Говорит Иордан Стайков по имени отчества Николай, передаем сведения из Руси. Город, который находится на реку. Да. На самого большого путя в Европе, да. Слышите? Вы отлично понимаете, за кой пыт висе говори. Да, как они хотят все нас. Они думают сам собой большие умницы, да, мыслите чисто много умней. Как сегодня Петр был такой в комнату, да, они говорят, это Петр Второй, да. А кто первый? Ну, Ватикан. А кто второй? А? Петр того болгарский, вместе со всем, да, они вместе царя такие, вы хотите захватить нас, Рус, да, а не будет никогда. А может быть, он был тот наш Петр, великий из Петрограда. Может быть, вы так хотели все переделать, чтобы я сейчас это опубликовал. Ну нет, у нас, мы сделаем многие такие ролики уже, где все понятно, что монархия это в прошлом, что у нас царя только памятники из нашего исторической жизни, да? А вот Макрон, то, что делает мою дочку, когда она, Мария, когда ее все-таки наши предатели, Кремена, это Кремль, ну тот предательский Кремль, который родился в 70-х годах и который убегал в Германии после того, как у нас украл все, что было, все наши жизни, все наша собственность от нашего отца, моего отца Николая. Они предатели. Вот Мария, моя дочка, они ее там как-то налаживает, да, они ее обманывают, они ее держат как-то с обманом, что она была еще другом сто кремена, да. Поэтому Макрон, конечно, они хотят, они вся Францию обманывают, что и вся, и весь мир, и вся Болгария, что необходима та реформа. Знаете почему? Чтобы могли эти ведьмы, эти баба-яги работали и остались на те должности, долго, все долгое, что они хотели, возможно. Деньги есть, чтобы покупать оружие, отправлять на Украину, деньги оплачивать пенсионных нету. Как же это происходит? Конечно, они хотят ту пенсионную реформу только, чтобы обмануть все государство, чтобы они позволили их еще остаться там работать и быть правителем, и все их забрать в пыкль, в ад всемирного. Хочет они человечество уничтожить, блядь. А людей в них верить. Как-то, да, у нас необходимо, мы будем работать. Все. Многое...